Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Министерстве внутренних дел Тувы состоялись мероприятия, приуроченные ко дню сотрудников органов внутренних дел и столетию советской милиции. В честь векового юбилея в Доме народного творчества прошло торжественное собрание. Открыл мероприятие марш тувинской милиции, под который знаменная группа республиканского МВД внесла в зал знамена тувинской милиции и полиции России. Со знаменательной датой и профессиональным праздником ветеранов и действующих сотрудников органов внутренних дел поздравил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Тувы Вячеслав Макаров. Этот юбилей – прекрасный повод для того, чтобы вернуться к далеким историческим событиям, к людям, которые стояли у истоков. С праздником вас, дорогие друзья! В честь юбилея многие сотрудники и ветераны министерства были удостоены высоких наград. Так, благодарностью главы республики отмечены 4 сотрудника регионального МВД. Медалью МВД России за отличие в службе первой степени награждены 49 сотрудников. Медалью МВД России за отличие в службе второй степени 78 сотрудников. Медалью МВД России за отличие в службе третьей степени 112 сотрудников. Заслуженные награды были вручены также 8 ветеранам Министерства внутренних дел по республике Тыва. Кроме того, юбилейная дата обозначилась еще одним важным событием. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике Тыва полковник полиции Вячеслав Макаров наградил победителей регионального этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» 6-летнего Арслана Салчака и 14-летнюю Сайдану Хамушку. Также ценными подарками были отмечены полицейские артисты, ставшие лауреатами республиканского фестиваля самодеятельного творчества среди ветеранов, сотрудников, служащих и работников ОВД по республике. Торжественные мероприятия завершились концертом, подготовленным силами сотрудников различных служб и подразделений министерства. В минувшую субботу Ассоциация автомобильных школ Тувы провела 3-ю республиканскую конференцию. Представители автошкол республики обсудили вопросы подготовки водителей, а также нововведения в прохождении экзаменов на получение водительских прав и о проверке госавтоинспекции автошкол. Что необходимо вот этот именно документ о взаимодействии с автошколами и ГИБДД. И в этом году его приняли, вот этот приказ 32-й, 33-й, это есть. И вот продолжение к нему, вот этот вот новый проект, то есть они идут... Он необходим, но там есть у нас замечания тоже, мы будем вносить. Кроме того, на конференции присутствовали и представители ГИБДД Тувы, которые озвучили статистику любителей пьяной езды и аварийности за 9 месяцев текущего года. Также в рамках конференции прошли и соревнования. 6 инструкторов состязались за звание лучшего. По их словам, неважно, за сколько минут предстоит пройти задание, главное – передать свои знания будущим водителям. Сложность заключается, как бы дойти до... души ученика, что он правильно выполнял движение на полигоне и в городе, соблюдал правила дорожного движения. В основном ПДД, чтобы лучше все знал. Далее участники перешли на практическую часть – состязание на автодроме, где необходимо пройти задание за минимальное время, не задев конусы. Для увеличения сложности многие элементы необходимо было выполнить также задним ходом. Проезжает тоннель задним ходом. Это упражнение в состав экзаменационного не входит. Главная цель конкурса – повышение профмастерства сотрудников, осуществляющих подготовку будущих водителей. Ведь чем выше профессиональный уровень инструктора, тем лучше он относится к выполнению своих обязанностей. Десятого ноября в Доме правительства республики молодые предприниматели получили гранты главы Тувы. 8 человек защитили свои проекты в рамках конкурса «Молодежный бизнес-проект 2017». Общая сумма поддержки составила 630 тысяч рублей. Конкурс «Молодежный бизнес-проект 2017» проводится в рамках реализации государственной программы развития системы государственной молодежной политики в республике Тыва на 2014-2018 годы. Главная цель – это популяризация предпринимательства в молодежной среде для социально-экономического развития Тувы. Участвовать могли граждане до 30 лет. Размер господдержки по бизнес-проекту не должен превышать 300 тысяч рублей. Основным организатором конкурса выступает Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва. Я курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 28 копеек, евро 68 рублей 98 копеек.
Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Ноября. Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны» приглашает на премьеру музыкально-хореографического спектакля «Журавлиная скала». Билеты в кассе театра. Телефон 211-41. Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8-800-775-12-72. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. В таежной местности в Красноярском крае в ночь на 11 ноября сломался автобус с творческим коллективом из Тувы. 22 ребенка от 10 до 12 лет и 11 сопровождающих ехали в Красноярск из Кызыла на концерт. Из-за низкой ночной температуры сломавшаяся машина стала быстро остывать. Сопровождающие детей и взрослые позвонили в полицию. На место происшествия направили служебный микроавтобус для обогрева детей, наряд ДПС и спасателей. Через два часа к месту поломки приехал другой автобус, который и отвез гостей из Тувы к месту назначения. Обстоятельства происшествия выясняются. Предположительно, неисправность возникла в топливной системе автобуса. Учащиеся общеобразовательных учреждений России готовятся к итоговому сочинению. Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение и изложение является обязательным этапом завершения среднего общего образования и допуском государственной итоговой аттестации. В выпускных классах определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения на текущий учебный год. Отмечается, что в республике в этом учебном году в написании итогового сочинения примут участие более 2000 учащихся выпускных классов. Впервые сочинения участники будут писать не в образовательных организациях, а в 58 специальных пунктах. Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря. В этом году выпадает на 6 число. Первую среду февраля – это 7 и 16 мая 2018 года. С результатами своей работы выпускники могут ознакомиться в образовательной организации не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения. В честь Дня отцов в Туве театр кукол проводит акцию «Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца». Так, театр кукол приглашает отцов посмотреть вместе с детьми спектакль «Перо черного грифа». Главной целью мероприятия является совместное времяпровождение отца с детьми, общий культурный досуг в столь важной для каждого ребенка обстановке. Напомним, что кукольно-пластический спектакль «Перо черного грифа» поставлен по мотивам произведения Кужугета Сыревича Шойгу и рассказывает о детстве, молодости и любви к родному краю. Главные герои – отец и сын – делятся друг с другом сокровенным, старшие воспоминаниями, младшие мечтами. Этот спектакль без навязчивости представляет главные ценности для человека, передает завет любить и беречь свою малую родину. На прошедших выходных тувинские спортсмены завоевали 5 золотых медалей в чемпионатах мира по кикбоксингу, самбо и Европы по дзюдо. Чемпионат мира по кикбоксингу собрал в столице Венгрии, Будапеште, 1500 именитых спортсменов. Блестяще выступили на этих соревнованиях 3 воспитанника двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Мергенола Мангуша. Так, Антон Солчак, Кижик Мангуш и Сергей Кожак стали обладателями золота чемпионата по кикбоксингу. Асаян Хертек стал чемпионом мира по самбо весовой категории до 57 килограммов, одержав победу в решающем поединке над таджикским самбистом Ахмалиддином Каримовым со счетом 5-0. Также в субботу российский дзюдоист Саян Андар, выступающий в весовой категории до 73 килограммов, завоевал золото чемпионата Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, который проходил в Черногории. Молодой спортсмен в финальной схватке оказался сильнее Акила Гджакова из Косово. Бронзовые медали в этой категории достались спортсменам из Турции и Великобритании. Сегодня открытие нового магазина-студии «Оранжевый слон» по адресу Бухтуева, 1. Что это за магазин? Сейчас все узнаете. Когда вы заходите в магазин, вернее, это не просто магазин, вы попадаете в сказку. В этой атмосфере хочется творить, лепить, рисовать.
«Оранжевый слон» проводит мастер-классы по лепке и поделке с детьми. Вместе с ребенком вы почувствуете себя настоящими творцами. Ваш ребенок точно не будет скучать, если вы его приведете сюда, так как здесь веселые аниматоры, и они развеселят и поднимут настроение даже взрослым. А для творчества в домашней обстановке в магазине вы можете приобрести обучающие наборы. Массу для лепки, пластилин, краски, наборы для рисования, конструкторы, наборы для творчества, подарочные наборы к Новому году и многое-многое другое. Проводите как можно больше времени с детьми и приходите в «Оранжевый салон». Кинокомпания «Новый век» рекомендует магазин-студия «Оранжевый салон». По улице Бухтуева, 1, в городе Кызыле. Сегодня открытие еще одного филиала «Чикенс», расположенного по адресу Калинина, 10Б. В кафе появились всеми любимые роллы и пицца. Какие именно, сейчас узнаем и обязательно попробуем. Теплые осенние посиделки с близкими уже сложно представить без сочной пиццы или свежих роллов. И теперь все это можно попробовать в «Чикенс» или заказать на дом. А пицца такая ароматная и аппетитная, что невозможно оторваться. Мы попробовали лишь малую долю новых вкусностей кафе «Чикенс», поэтому обязательно вернемся сюда еще раз. Чтобы сэкономить время на поиске места, просто звоните по телефону 60606, закажите блюдо на дом или приходите по адресу Калинина, 10Б. В кафе «Чикенс» чисто, уютно, быстрое обслуживание и вкусная еда. Телекомпания «Новый век» рекомендует кафе «Чикенс» в городе Кызыле по адресу Калинина, 10Б. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные» – займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле облачно, с прояснениями, снег. Ночью минус 10, минус 12 градусов, днем минус 5, минус 7. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Иордане погода пасмурная, с утра идет мелкий снег, температура воздуха утром минус 18 градусов, днем минус 8. На Полке пасмурно, снег, температура минус 17 градусов, днем минус 5. В Танзыбее пасмурно, мелкий снег, температура утром минус 17 градусов, днем минус 5. По всей трассе проезд удовлетворительный.